Юные художники на зимнем вернисаже. В Кирове открылась выставка картин под названием «Новые имена», в которой представлены работы художника, учеников из художественных школ и училищ области. Такое мероприятие проходит в нашем городе впервые. Его цель – поддержать молодых художников и открыть миру новые имена. Прежде чем работа ученика попала на выставку, она прошла несколько этапов. Отбирал картины специальный экспертный совет. В него вошли именитые художники России. Перед ними стояла задача – из тысячи работ выбрать самое лучшее. В итоге на выставку попало всего около 400 картин, которые условно можно поделить на несколько групп. Живопись, графика, художественный текстиль и керамика. Всем участникам выставки выдадут дипломы, и, возможно, эти работы появятся в других городах. О том, что они идут правильной дорогой. Может быть, не все здоровы сегодня, и не все таланты одинаковые. Мы не можем говорить, что «ах, какие сразу таланты еще». Но я вижу стремление. Я вижу желание им идти по этой дороге. А дорогу осилит идущий.